Корнелия Бона эт проба фемина романа фуит. Квай дуос хабуит филиос, кворум альтери Тибериус, альтери Гайус номина эрант. Ну, только фемина. Фемина. И Корнелия хорошая, ну, хорошая, порядочная. Была римская женщина, у которой которая имела двух сыновей, которых одного звали Тиберий, другого, у которого, значит, одного из которых имя было Тиберий, другого Гайус. Да, кворум, какой падеж? Генитив. Да, то есть которых имена, номина, эрнт, у первого был Тиберий, у второго, да. А Аня, давай подожди. Корнелия вальда амабат, атква аб из амабатур. Ну, Корнелия сыновей сильно любила и как бы была любима ими. Да, смотрите, пассивная конструкция, да? Да. Пассивная конструкция с облатиусом аутерис. Пассивным глаголом. Так, Варвар, давайте вот до сюда. Полем фемина романа номина Тулия Корнелием визит купида орнамента суа астенденди. Однажды римлянка, ну, по имени Тулия посетила это, да? Или посещает? Визит? Нет. Ну, просто посещает. Это глагол визу. Визу. А, виза. Ну, не видеть, а не посещать, а видеть. Видеть, да. Ну, может, и посещать. Угу. И Сэндензи это... Купида. Купид. Тут надо купида переводить. Купид – это женский род. Ну, да. Купидус, наверное, да? Ну, стремиться, стремящийся, это причастие. Да, ну, прилагательное. А, то есть это кто? Тулия, стремящийся, что, к чему? Тенденди, остенденди, остенденди. Ну, здесь много значений. Нельзя подавать, издавать, проявлять. Нужно показать, наверное, свои... Ну, показать. Желающие показать. Ну, свои, видимо, украшения. Да, да. Однажды римская какая-то женщина по имени Тулия пришла посмотреть на Корнелию, ну, можно сказать, и посетила, да? Желающие свои украшения показать. Так, дальше. Quae superbe monstrans... Gemmas, quas indigitis et in collo gerebat, multas inquit novas et pulcras gemmas habeo, quae me valde delectant specta. Которая, ну вот это Тулия, показывая гемас, это, наверное, драгоценности. Или... Гемма, да. Показывая драгоценности высокомерно, которые она носила на пальцах и на шее, она сказала много новых и красивых этих драгоценностей имею, которые меня сильно радует. Смотри.
Да, показывает и говорит, смотри. А в начале ква я перевел просто она. Не обязательно такое. А, она. Mm-hmm. Ну да. Не так важно, да? Так, Аня, следующее. Пожалуйста. Аспис хос анулус хас линиас маргаритариум хас гемас претиозас квас михи вир меус магна бекуния эмит. Смотри на эти кольца, да? На эти нити жемчуга, на эти дорогие, ну, как камни, наверное, больше. Верстни, ну, могут. Угу. Верстни, которые... И подождите, прилагательные претиозы. Да? А, дорогие, да-да-да. Драгоценные, наверное, да? Ну, драгоценные. Которые мне мой муж купил магна пекуния, это за большие деньги, да, наверное? Конечно, да, точно. Угу. Так, Варвара. Два предложения. Угу. Quam pulchra sunt haec орнамента, nonne te delectant haec геммай. Как красивы эти украшения. Разве тебя, ну, не веселят, ну, или как бы услаждают, не восхищают эти драгоценные камни? Ага, да-да. Так. Ну, ладно, давайте. Корнелия, веро, квайтам, суперба, верба, аудиендо, нон левитабатур. Гемас аспикиенс, гемас аспикиенс, респондит. Ита эст отулия, михи эним пульхрай видентур эссе гемай. Квас маритус тус, тиби эмит. Керте или вальде те амат. Веру, ну, это типа в самом деле. Корнелия. Не, в самом деле это веры. А, так. Корнелия же. Это такая мягкая противительная частица. Корнелия же. Так, лайтабатур. Не радовалась. Когда слыша такие высокомерные слова. Да, столь высокомерные, такие высокомерные слова, слыша, она не радовалась. Так. И рассматривая, и смотря на эти камни, ответила. Так. Таким образом, ну, так, вот так, Отуля, мне... Нет, смотрите, важное слово «видентор». Кажется. Михи видентор. Мне кажется, и тут оборот, аккузативус, наверное, что эти камни есть красивые. Ведь. Да. Ведь красивые. Класс, да? Да, все правильно. Ведь мне кажется, что эти камни красивые. Камни, которые класс. Следующий вопрос. А, да. Которые твой муж тебе купил. Да. Он тебя сильно любит. И Керта это, конечно, по-моему. Конечно, да. Он определенно. Да. Да. Тут целых два наречия. Керте и Вальде. Да, конечно, он тебя сильно любит. Ага, Аня. Эго кокуа тамен пухрас гемас хабо. Я, однако, тоже много украшений, красивые украшения имею. Так, Варвара.
Ein vero Aetulia omea Cornelia ostendimi in pulchres has gemas tuos studiosissima enim sum es aspicienti. В самом деле... Да, вот это выражение «ein vero», да? Это что-то типа восклицание. Да не может такого быть. Да не может такого быть. «Веро» — это та самая частица противительная, мягкая, а «ein» — это сокращение «аю» говорить. Ты правда это говоришь? То есть не может быть в самом деле, говорит тут. Да. О, моя Корнелия, продай мне красивые эти твои драгоценные камни. Остенде. Это не продай, это покажи. Покажи, ну покажи. Ну, как бы я очень хочу на них посмотреть, да, потому что ну, студиозиссимо, ну, как бы, ну, превосходная степень от любознательности. Ну, то есть, как бы... Да-да-да. И... Ну, а степень... Я в степени хочу, стремлюсь посмотреть. И тут еще сум есть, да, смотрите, глагол «быть». То есть я являюсь в высшей степени стремящийся посмотреть, если совсем буквально. Аспекенди еще есть, да, ведь? Стремящийся к чему? Именно чтобы посмотреть, а посмотреть чего? Эос, вот такая последовательность. И ведь есть, да, ведь, иним. Ведь я в высшей степени являющийся посмотреть на них, эос. Да. По-латински гораздо более кратко, как это плавно выглядит, звучит эта фраза. Так. Аспекенди – это какая часть речи? Герундив. Герундив. Да, мы пройдем потом специально, да. В данном случае он в генитиве. А почему в генитиве? Потому что таково управление студиосима, стремящийся к чему? К тому, чтобы посмотреть, а в свою очередь от, у аспикио управление аккузативное. Посмотреть на что? На них, на эос. Пожалуйста. Так. Корнелия игитур сургенс вокат. Офилии вените хук. Тибериус эт гайус матрис воке аудита аккурентес ин атриум интрант. Аккурентес? Корнелия, значит, так, ну, затем, вы знали, Игитур это следовательно. Ну, игитур, наверное, может означать не просто следовательно, но как бы, наверное, что типа и под. Тогда, и просто тогда, да. Да. Тогда Корнелия зовет. А сургенс это поднимаю, возвышая голос. Что-то такое? Я думаю, просто вставая, наверное. А, вставая, то есть поднимаюсь. Угу. О, дети, ну, о, сыновья, идите сюда. Тибериус и Гайус, слыша голос матери, вбегающие в комнату, входят. Да. Можно сказать, бегом входят, влетают в комнату, в атриум влетают, да? А вот это что такое? Поняли, да? Вы правильно перевели? Какая конструкция? Смотрите, вот воке, и особенно воке и аудита, да? Какие-то падежи, и какая часть речи аудита? Хорошо, воке. Ну, падеж в океан. Это вокс, да, голос? Тогда, да, тогда это аблатив. Ну, аудита какая часть речи? Это причастие, может быть? Ну, и что все вместе значит? Ну, когда... когда ну, вы понимаете. Ну, смысл понятен, а вот определить... Ну,
В греческом языке это генитивус абсолютус, а в латинском это то же самое. Ну да. Потому что новый падеж, новый субъект. Это же не дети, это голос. То есть получается, что главный субъект этого предложения – это два мальчика, дети, Тиберий и Гайус. А вокс – это не они же, это другой субъект, это голос материнский. Но чтобы его вставить в предложение, как его вставить в предложение? Надо построить облатиус абсолютус. Такая вставочка. А какой номинатив аудита? Не, ну это... Не, подождите. Это же причастие. Это от глагола аудио, слышать. Да? Ну так. Слышать. То есть это активно или пассивно? Я просто не форму не пойму, какая форма. Это... Перфектное пассивное причастие в облативе. Аудитус. Угу. И если это пассивно, значит голос это подлежащее. Да. Ну, конечно, они согласованы с голосом, да. Угу. Они должны быть. То есть, поскольку голос матери слышен, сам голос ничего не слышит, его слышит. Он услышан, он слышится. Угу. Вот скорее так надо это понять. Ясно. Это аудита, это аудио, причастие, сингулярис, перфектное, пассивное, женского рода и в облативе. Quos Cornelia dicitu monstras, ecce inquit gemmae mea filii enim mei ornamenta mea sunt, nullus alias schema scupio. На которых, как бы, Корнелия пальцем показавшая, да? Как бы, показывает. Вот, говорит, мои сокровища, сыновья, ведь мне мои украшения есть. Угу. Никакие другие украшения, ну, как бы, я не желаю. Не желаю. Да. По поводу аудитов хотел добавить. Смотрите, видите, они написали над второй альфой, на второй А, долготу, да? Угу. Долгот указывает на то, что это облатив. Они подсказывают. Да. Это не номинатив, а облатив.